Всем доброе утро, с вами Владимир Шемит, и первое, что я вам хочу показать в этом видео, это наш потрясающий вид из номера. Смотрите, какая красота, ребят, ну просто великолепная картинка. Море, лодки, деревья, сосны, пальмы. И, кстати, достаточно такой вот негромкий шум от проезжающих машин вокруг нашего отеля. Друзья, это было лирическое вступление. Смотрите, сейчас мы идем на завтрак. Нам нужно уже поспешить, потому что завтрак в отеле Халиджи начинается с 7 часов утра и продолжается до 10 часов. Сейчас на часах без 10 9, но почему поспешить? Потому что у нас на 9:30 встреча с нашим отельным гидом. Кто-то хочет, может идти, кто-то не хочет, может не идти. Мы, конечно же, пойдем, посмотрим, что он расскажет, пообщаемся, получим какую-то информацию. Я всегда получаю от гида нужную мне информацию, имеется в виду полезную для меня. Поэтому моя рекомендация — ходить. Если будут впаривать экскурсии, вы их просто можете не брать, друзья. А вот контакт с гидом желательно поддерживать. В общем, погнали, посмотрим, как выглядит завтрак в отеле Халиджи. Так, ну что, друзья, у нас есть яички, у нас есть, по-моему, картошечка и сосиски. Так, вот у нас еще оладушки. И различные, смотрите, маслины, оливки, хлопья. Так, что у нас дальше? Тут у нас джемы, поштучно имеется в виду, распасованные. Вот, и здесь у нас овощи. Овощи и колбаска. Значит, капуста, колбаса, помидорчики, огурчики. И здесь у нас сырные нарезочки. Вот. То есть, ребят, ну, опять для трехзвездочного отеля вполне нормальный выбор. Все выглядит свеже, красиво. Мне нравится. Друзья, мы позавтракали. Ну и дальше рассказываю вам свой отзыв по поводу завтрака. Значит, выбор, да, небольшой, но, ребят, все было свежее, то есть тут не было такого, что оно осталось с ужина и вам его подали повторно. То есть такое бывает в дешевых отелях 2-3 звезд. В этом отеле завтрак был вкусный, да, он был не разнообразный, но именно по качеству продуктов вообще претензий у меня к этому завтраку нет. То есть посмотрим, как это будет дальше по поводу этих завтраков. А именно вот сегодня был качественный, неразнообразный, вкусный завтрак. Значит, сосиски. Ну, сосиски и колбаса, ребят, ну, они турецкие. Они во всех отелях одинаковые. Короче, многим оно не нравится. Я не скажу, что мне оно нравится, но я отношусь к этому нейтрально. Таким колбасам и сосискам. Очень вкусные сыры были. Ребят, не во всех пятерках было такое, чтобы мне нравился сыр. Тут мне он реально понравился. И несколько видов, ребят, было очень вкусные. Что еще? Значит, по сладостям. Вот сладости — это блинчики были. Ну, смотрите, блинчики, конечно, не блинчики, оладьи. Они были вкусные. Ну, обычные оладьи. То есть к ним есть джемы, есть, значит, шоколад. Но шоколад, то есть паста, вроде бы как паста, а это, ну, не паста, а именно шоколад был. Потому что он был очень твердый, как бы намазать его сложно было на блинчик, на оладь. Что еще? Кофе. Кофе с автомата, с молоком. Ну, обычный кофе, как бы дешевый. Ну, вполне нормально. Мне такой, не скажу тоже, что нравится, но выпить кофе такое
ничего, можно. Если хотите кофе хорошее, вкусное, ну, выходите за отель, сделают вам классное кофе. Вот. По поводу людей. Людей было немного. Во-первых, завтрак начинается с 7 часов утра, это очень удобно. И длится целых 3 часа, друзья, до 10 часов дня. Это вообще круто, потому что тот, кто встает рано и быстренько уходит с отеля, как бы хочет позавтракать пораньше, на тебе, позавтракал, ушел. Тот, кто встает позже, тоже как бы нормально, как бы ты встал там 9 часов, спокойно пошел позавтракал, 9:30, да без 10-10 приди, набери себе еды, завтракай, сиди, никто тебя с ресторана не выгонит. Вот, тоже очень удобно, все мне понравилось. Значит, еды было полно, то есть, я так понимаю, от начала завтрака и до конца завтрака в количестве вопросов вообще просто не было, потому что, я же говорю, мы пришли начало 10-го, как бы полные тарелочки, все аккуратно, все чисто, все красиво, ну, вообще... Лично все меня устроит. То есть это дешевый отель 3 звезды, ребят. Как правило, туристы говорят насчет такого завтрака, что нечего кушать в отеле, и они голодные. Так вот, ну, ребят, вы же думаете, сколько заплатили за это проживание в данном отеле. Лично из моего опыта, очень большого опыта в туризме, в отелях, это реально отличный завтрак для 3 звезд. Для 3 звезд это завтрак хороший, ребят, серьезно вам говорю, потому что много видел отелей, много отправлял туристов в отели, то есть много имею отзывов, и реально вам могу сказать по опыту практическому, не с фонаря придумывано, что действительно данный завтрак стоит тех денег, которые платят туристы за проживание в этом отеле. В общем, вдруг у вас есть какие-то вопросы по завтраку, по отелю, если что, пишите обязательно в комментариях под этим видео, либо задавайте эти вопросы. Если вы отдыхали в этом отеле, конечно же, напишите под видео ваши комментарии и ваш отзыв. Я обязательно это почитаю. Это полезная информация. Всегда я всех благодарю за каждый оставленный отзыв. Хороший отзыв, пишите хороший. Что-то не нравится, пишите, что вам не нравится. И, конечно же, мы можем пообщаться на эту тему. Я всегда за объективные оценки, чтобы туристы оставляли реальные отзывы, реальные оценки по тем местам, где они были. Потому что если это, ну, просто, я же говорю, отрицательный отзыв, то есть... Без вопросов, я очень рад буду его почитать. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. До новых встреч. Пока-пока.